раз вас приветствует спортивно-патриотическое движение «Дружба». Сегодня мы проводим спортивно-патриотический праздник, посвященный прорыву блокады Ленинграда. Данная позиция, данная тактическая обстановка следует такой. Поле является Ладожским озером, и дети на своих плечах с рюкзаками, наполненными едой, на лыжах через холод и голод будут доставлять еду в блокадный Ленинград. Эту идею мы предлагаем развить во всех школах Российской Федерации, чтобы дети на уроках физкультуры наполняли рюкзаки едой и через холод и голод на своих плечах пронесли эту тяжесть, чтобы они поняли, насколько было тяжело тогда, и чтобы они ценили сегодняшний день, и чтобы понимали, какой ценой завоевана их жизнь.